Топ-3 худших подарка для мужчин на 14 февраля. Стихотворение наизусть из школьной программы. Килограмм болгарского перца. Любое количество болгарского перца. Ненавижу болгарский перец. А я мужчина, поэтому для мужчины для меня плохой подарок. И 40 рублей. Плохой подарок. 14 февраля девушка вдруг приглашает вас прийти познакомиться с ее родителями. Как быть? Быть хотя бы в чистом. Вот, да. В чистом подходит. Романтический ужин. Девушка ждет, что парень сделает ей предложение, но в его планы это не входит. Как выкрутиться из ситуации? Не надо выкручиваться. Пусть ждет. Это ее проблема. Она же ждет. Вообще, девочки придумали ждать, пусть ждут. Из армии ждут. Предложения ждут, ребенка ждут. Девочки, ждите. Вот. И на нас не надо ответственность перекладывать. Вы ждете, вы выкручиваетесь. Вот. Ну и какой подарок в стиле инстайл подарить любимой? Это вообще очень просто. Сейчас покажу. Люблю вас. С праздником. Девочки, вы классные.